Стиль – это все. Это свежий взгляд на скучное и опасное. Стильное, но скучное – лучше, чем опасное, но не стильное. Опасное и стильное – это искусство. Всем привет! У нас на обзоре будет наша лодка 35 сил Wind King. Наконец-таки будет полный обзор снятый. Эту лодку сделал для себя Александр. Вот она. Так что ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте, задавайте вопросы. Все, погнали! Лебедку разматывал. Веревки-то нет ее Качали. Насос. Так, ну все, у нас запись пошла, Александр. Спрашивайте, расскажу. Сегодня у нас прекрасный звук. Теперь наконец-таки мы купили петлички. О, мячик лежит, это ваш? Да, это мой, у меня из кармана вывалился. Ну, в общем, сейчас будем кататься. Как вы уже видели на видео, мы прокатились по этому прекрасному водоему. Красота-то какая! Пока тепленькие деньки, надо ими пользоваться. Сейчас мы прокатимся вдвоем. Ну что, сделана мощная стальная рама, которая уже выдерживает любые нагрузки. Никуда она. На сайлентблоках стоит к алюминиевой раме. То есть даже если все баллоны будут пробиты, лодка поедет. Никуда. Мы не делаем крепления к баллонам. Хотя, как многие там хвастаются, что у них вот такие лодки вечные. На самом деле на моторе подшипник стоит на коленвал. Да, это многие не дополнительный делают. Потому что там подшипников в моторе нет. Мы ставим дополнительный, потому что ремни тянут достаточно сильно. Если их подшипник не ставить, а масло будет очень быстро вытекать. В общем-то, что тут
фанеру на пол ставим, чтобы зимой у вас никакие там, не знаю, осколки льда и прочие зимой камни без фанеры не проткнули. Это совсем беда, потому что шипами на ботинках можно сразу угробить пол. Многие ставят эвоковрики. Ну, коврик тоже это такая штука мягкая, к ней уже не приделаешь ничего. Это да. Ни сиденья, ни рундуки. Но также, если вы хотите максимально легкую комплектацию, можно убрать всю можно фанеру. Можно все убрать, облегчить и по максимуму. Но просто сейчас достаточное количество людей, которые хотят практичность. Более практично и комфортно, чтобы было. Капот быстросъемный. На двух защелках. Капот у вас никогда не порвется, ничего с ним не будет, он легко отстегивается. Можно поставить, конечно, обыкновенный. Здесь можно изобретать любой козырек, который будет вас защищать зимой от камней, от снега, от веточек, если вы вдруг в камышах. С крючков снимается. И защелкивается. Давайте прокатимся. Мы сейчас будем вдвоем. Что-то я тахометр не взял с собой. Почему-то забыл. Давайте потом замерим скорость моим прибором. Да что твоим? Давай, садись. Мой лучший стандарт. Сейчас я ножки сполосну. Я же городской житель. Без сапог. Так. Сел? Сполоснул. Так, я как сяду пассажиром сзади. Вон там наш товарищ рыбачит. Че, рыба есть? Ну что, есть щука-то? Макс, Леша, где щука? Максим у нас первый раз, вообще в первый раз. Понятия не имею, что такое аэролодка. Уже захотел. Если что, просто выпрыгивай в воду. Чеку к себе, пожалуйста, чеку к себе сделай. Красная чека.
Поводок к себе прицепи. Если ты улетишь, то лодка остановится. Но это не точно. Все, давай с Богом, Макс. За ВДВ! Своих денег стоит, определенно надо брать. Какие у тебя были, какой у тебя был опыт? Две штуки сразу. Две, да, сразу. А на чем ты еще плавал, скажи мне? Я почти на всем плавал. На БМД, на танках, даже в море плавал на БМД 4. Но это круче. То БМД или это? Это. Ну да, это покруче. Побыстрее чуть-чуть. Побыстрее и не стреляет. Но там, если что, и не утонешь, как в алюминиевом гробу. Это да. Какие впечатления? Управление какое? Управление, ход, скорость. Как тебе в целом сидится, расскажи. Рулем, газ, вот эта ручка, вот этот красный ободок, никто не догадается, зачем нужен. Если вы вдруг утонули, он дергает, лодка глохнет, наверное. Вот эта штука мне сегодня показала почти 40 км в час. Ну, 38, да, да. Очень да. Страшно. Кстати, что самое интересное, ну, 38 вдвоем и в одного. Да, а в одного вообще там просто такой пулемет. Ну, эргономика, пространство, кореху, девушек бы с собой взял сюда? Нет, хочу один кататься. А жена? А жена? Ну, жену, может, один раз бы прокатил и хватит. Хватит, я понял. Ну, все. Так мы ей передадим. Надо брать, ребята. Это надо брать. Обращайтесь, вот, пожалуйста, к Денису. Вин Кинг, Александр Создатель. Ну, я принимаю в этом участие. Рад, уже обременили. Угу. Лайки, колокольчики, подписывайтесь. Будет еще много интересной информации. И комментируйте. Самое главное. Оставляйте комментарии. Да я тебе что, блядь, блогер, что ли? Итак, пойдемте еще раз по нашей орлотке. Так, где у нас? Зум-зум-зум. Итак, у нас есть ходовые огни. Также фара, она может быть любая, маленькая, большая, какую вы хотите. Либо можете поставить ее даже вот сюда на козырек, чтобы освещало все спереди. Мотор у нас здесь стоит 35 сил Ланчин. Кнопки запуска и управления перенесены сюда вот на консоль. Ручка газа, аварийные ЧК остановки. Ключ запуска находится вот здесь, видите. И руль. Здесь у нас стоит топливный насос. Здесь у нас стоит включение ходовых огней, отдельный свет и две дополнительные свободные кнопки, которые вы можете использовать по своему назначению. Здесь USB, две штуки. Здесь у нас прикуриватель, здесь вольтаж. Также можно ставить любое другое количество кнопок. Можно ставить панель больше, меньше, как вы хотите. Ну вот, далее у нас есть рундук стеклопластиковый. Он очень удобный для рыбалки, для пассажиров. Сюда можно спокойно уместить двоих людей. Также можно сделать дополнительно его расширить по баллону вправо и влево. Также есть мягкая накладка, рундук стеклопластиковый для того, чтобы он был легкий. Он у нас крепится на двух щеколдах, он довольно-таки высокий, удобный. Сейчас открою. В нем стоит аккумулятор, ремкомплект, насос. Ну и также вот сюда можно вкладывать все, что вы хотите. Там ключи, гайки, инструменты. Клеммы мы обычно закрываем. Все это так просто мы бегом наспех делали. Все закрывается, защелкивается и также откидывается спинка. Ее можно складывать. Так, ее можно складывать. Либо закрывать, складывать. Также, если вам нужно большее количество пространства в кокпите, можно его в принципе убрать или поставить сюда рундук. Сварить алюминиевый продольный вдоль кокпита. То есть это уже на ваше усмотрение. В штатной комплектации этот рундук, он идет. Вы его можете располагать, либо убрать, либо удлинять, как вам захочется. Также дополнительные опоры сделали на баллон. В штатной комплектации мы их не делаем, это ни к чему. Но здесь уже так для красоты сделали упор, потому что красиво, эстетично. Если опять-таки кому-то нужно максимальное пространство, эти упоры ставить не нужно, так как наша рама, она имеет специфичную особенность и не требует никаких рам на баллоны, вот это все вот этих в рамках, в железе. Дальше у нас есть стойка с креслом,
она поворачивается. Вы можете поворачивать, складывается, как вам удобно, для удобного использования вашей лодки для управления. Консоль. Консоль бывает двух видов. Стеклопластиковая, как здесь, это доп-опция. И также консоль более легкая, из железа, которое мы сами также делаем. То есть все конструкции из металла мы делаем сами, гнем. Мы ни у кого не заказываем. Данное оборудование сами все делаем, знаем, как делать. То есть в штатной комплектации стоит такая вот консоль из железа. Вы ее можете увидеть у нас на сайте Inkin.ru. Там все посмотреть. С такой консолью более удобно, потому что она стоит сбоку. Здесь опять-таки освобождается пространство для кокпита. Сделано специально для нас по заказу. Как многие компании говорят, что они сами делают. Нет, они сами эти лодки не делают. Особенно этой конструкции. Она сделана под наши размеры, под наши листы. Конкретно никакого сзади НДНД дна, отставленного в сторону, у нас нет. Потому что нам не требуется. Развесовка вполне грамотная. Жопа не проваливается. Бак у нас ставится по умолчанию 24 литра. Также по заказу можно поставить нам сюда уровень топлива. ЧК стоит аварийной остановки. Какую бы вы систему выхлопную не ставили, не имеет никакой разницы, потому что звук винта, он полностью все перекрывает. Здесь, как бы, допустим, если вы там хотите, как у нас был клиент, поставьте мне выхлоп от потише, мы ему говорим, что бессмысленно, да, на холостых может быть будет тихо, но когда вы будете газ давать в палас, этой ручкой газа, шум от винта все перекроет. Что еще? Трехлопастной винт, да, спрашивают часто, ставить, не ставить. Нет, не ставить, потому что мы его ставили, опытным путем проверяли. Разницы принципиальные за переплату я не вижу. Да, он потише работает, есть. Тяга снизу, да, возможно, получше, но он не раскручивается ни на одном из моторов, которые мы ставим, да и многие. Ну вот. Что еще? Цвет лодки может быть разный. Пиксельный, камуфлированный, все, что вы захотите. По регистрации лодок все регистрируется. Александр, давайте сюда в кадр что-нибудь расскажете, еще ниш. Ну, что-нибудь расскажите. Сейчас я вам отдам птичку. Ну, как я подцеплю напутствие клиентам. Да какое напутствие? Ну, с конкурентами. Давайте вот самое больное, не больное, а вот самое отличие от конкурентов. Ну, во-первых, сама конструкция рамы, никак у конкурентов, лежит все к полу, прикручено и к трансу. Баллонов не касается. Если там баллоны пробиваются, хоть оба, хоть все, она все равно будет на ходу, эта лодка. Почему вы не хотите, мы не хотим ставить? Ну, потому что вот раму делают, нахваливают вот эту конструкцию из говна и палок, что называется. Пройдены уже столько вариантов. Вот я остановился на этом, потому что все эти варианты уже пройдены 5 лет назад, которые его сейчас делают. Но это все-таки достаточно сильные вибрации на этих моторах идут от винтов. Ну и все это вот эти пруточки, из которых делают там трубочки 15 на 15, все это разваливается просто. На ура. На ура, да. А тут конструкция такая достаточно мощная, проверенная. Вибрации гасятся сайлентблоками. А, кстати, в будущем мы хотим сделать, я все уговариваю Александра, сделать упоры на заднюю и чешую, чтобы, так сказать, сделать интерцептор. Но это только для воды, в общем-то, для воды, да. Скорее, да, эта лодка... Покажем. И также сейчас Александр, если не поленится и будет время, точнее, будет время, сделаем это как его, ручник. А, тормоз? Ручник, да. Ну, это уже как бы сделано, есть понятие, как его делать, понимание, вернее, поэтому сделаем, уже заготовки сделаны, но просто все это как бы, не знаю, стоит оно или не стоит. Ну, хотя бы себе сделать. Ну, пространство ограничивает внутреннее. Также напомню, да, это лодка 4 метра с 35-м мотором. Расход? Да, кстати, расход топлива, блин, я все забываю. В самом максимум 5 литров в час он расходует, этот мотор. То есть бака хватает на сколько примерно километров? Ну вот если бак 25 литров, соответственно. 24. Ну 24. Завязка. Ну есть, нет, этот, по-моему, вообще 29. 29? Ну не суть. Да. Если
Ну, с такой скоростью ты все равно на ней никуда не поедешь, если там максимальная скорость 100 километров. То есть в основном мотор работает не на максимум? Ну нет, а мотор, если как бы соответствующие какие-то условия, там снежок неглубокий, ледок, то она идет вообще в четверть газа. То есть это 40 километров примерно получается. Она бензин вообще не нюхает только, что называется. Хорошо, если вот... Но если по максимуму, то будет вот 5 литров. Сколько? Ну сколько бака хватит на километров, если, допустим, вот полный бак? Ну, пускай ты идешь 50 километров в час, на, если полный газ, тяжелые условия какие-то, там, мокрый снег. Ну, соответственно, ну сколько, 50 километров умножь на 5. Много. Ну, много. Достаточно, да.